Уважаемые жители Люберецкого округа, я сердечно поздравляю все наше мужское население, не только мужское, есть еще военно обязанные женщины, со светлым праздником, Днем защитника Отечества. Для меня он всегда, конечно, останется, как для человека, рожденного в СССР, Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Изменилось государство, изменились родовойск, но не изменился наш патриотизм. Друзья мои, всех с праздником, процветания семьям, здоровья, благополучия и мирного неба над головой. С праздником!